Вот я обещал показать эту скульптурную композицию, которую снимали одно время и теперь опять восстановили. Солдат, колхозница и рабочий сталевар. Вот. Это у нас памятник Петру Бекетову. Ну, я про него уже рассказывал, что он не совсем удачен и в плане исторического костюма, и пропорций тела, и вообще очень так вольная такая композиция. Вот, а сейчас я подхожу к Театральной площади. Ну, это гостиница «Визит», магазин «Зеленый караван». Раньше была гостиница «Ингода», и она принадлежала Министерству обороны. Потом что-то очень долго спорили о принадлежности, кому она принадлежит. Не знаю даже, что сейчас решили и что там сейчас есть. Афиша драматического театра. Ну, конечно, все запарковано. Проблема, значит, автомобилизации излишней коснулась и Читы. А это Театральная площадь. Посмотрите, в каком она ужасном состоянии. Это драматический театр. Вот 18 апреля приедет сюда Александр Михайлов. Он местный, со Сретенска. Вот. Сейчас подготовлен проект реконструкции драматического театра «Фонтан», который, в общем-то, никогда не работает. Ну вот в таком состоянии эта площадь. Просто ужасно она выглядит. Территориальная генерирующая компания ТГК-14, наши монополисты энергетики. Альгамбра — это салон цветов. Тут есть одно место, которое отдаленно напоминает вот цивилизацию. Вот всегда, когда я здесь бывал, я всегда сравнивал, ну, с той же Анапой. Вот, вот оно, место цивилизованное в Чите. Это японский ресторан «Нияма». Тут хорошо уложена плитка, оформлены газоны, вот насыпаны камни, да, чтобы, если во время дождя, чтобы не выбивала грязь на тротуар. Посажены ели. Нет, конечно, скамеек, чтобы можно было здесь присесть. А на эти вот парапетики не очень хорошо садиться, особенно зимой. И вот здесь вот какая-то скульптурка есть. Сейчас мы ее рассмотрим. Это что-то такое, на смерть похоже. Вот. На смерть похоже. Вот. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, вот такая площадка.